друзья, на канале Даниила и Ларисы. Близится Новый год, и, кстати, вы никогда не встречали Новый год в Польше? Ну, если и не встречали, я, допустим, несколько раз встречал Новый год в Закопане, и мне очень там понравилось. Но самое сильное впечатление на меня произвел один польский напиток. Аналог европейского глинтвейна, называется он гжанец. Делается только он не из глинтвейна, а из пива. Ну вот, собственно говоря, этим замечательным напитком, вернее рецептом, я очень хочу с вами поделиться. Вообще-то гжанец или горячее пиво, приготовленное таким образом, очень полезно для здоровья. Его даже назначают, ну я даже помню, меня папа в детстве поил горячим пивом, когда у меня был кашель при респираторных заболеваниях. Не знаю, в чем эффект, но знаю действительно, что лечебный эффект гжанец имеет. Желаю вам, естественно, встретить Новый год в Польше, если у вас есть такое желание, и попробовать гжанец там. Но если такого желания нету, очень-очень рекомендую приготовить его для зимнего вечера, для новогоднего вечера или просто для вечера посидеть с родным человеком возле телевизора, посмотреть какое-нибудь новогоднее кино. Это будет просто изумительный напиток с замечательным вкусом. Итак, друзья, что же нам понадобится? Ну, в первую очередь нам понадобится, естественно, пиво, потому что без пива никуда. Жанец без пива мы не приготовим. Я буду использовать светлое пиво своего собственного приготовления, но если, собственно говоря, можно купить любое светлое пиво. Желательно, чтобы само пиво было не с горьковатым привкусом, вот не сильно с хмелем, с привкусом хмеля, а все-таки более сладковатое. Вот, на мой взгляд, очень хорошо подходит. Подходит крушовица, подходит черниговская светлая. Вот, допустим, оболонь мне не нравится, она горьковатая. Но я вообще люблю более сладкие пива. Помимо этого, мы будем использовать малиновый сироп. Привезли мы его из Польши, купить его, допустим, в Украине тоже без проблем в супермаркетах. Классический гжанец готовят именно с малиновым сиропом. Но если вы не хотите заворачиваться, можно заменить таким же количеством меда. Кстати, в Польше есть вот два вида горячего пива. Есть просто тепле пиво или пиво, тепле пиво. Вот так вот оно, наверное, правильно называется. Когда вы в каких-то уличных кафешках, вам нальют просто в обычный бокал пива, нальют из бутылки малинового сиропа и туда же добавят горячего пива. Но это не совсем то. Вот. Для приготовления напитка гжанец нам еще понадобится, ну вот мы используем литр пива, нам понадобится 2 столовых ложки меда. Ну и опять же таки сироп, если не хотите заморачиваться, можете тоже заменить медом. Веточка корицы, я взял 3 цветочка бадьяна и десяток гвоздиков гвоздички. Вот такой вот нехитрый рецепт. Естественно, в первую очередь, так как пиво у нас горячее, пиво нам надо подогреть. Сейчас будет достаточно сложная процедура, потому что у меня сильно газированное пиво. Оно будет пениться, поэтому берите и в процессе подогревания оно тоже будет пениться. Берите кастрюльку, грубо говоря, если вы готовите из литра пива, хотя бы 2-литровую. Нам надо пиво не закипятить, а именно подогреть. Поэтому воспользуемся кулинарным термометром, отправляем наше пиво на плиту и подогреваем его до температуры 80 градусов. Температура достигла 80 градусов. Я закидываю сюда бадьян, гвоздичку, наверное, корицу сейчас мелко поломаю. И также помещаю сюда мед. Видите, пивко пенилось у меня, но не допенилось. Вот, теперь все это перемешиваем, перемешиваем аккуратно, чтобы пивко у нас не вышло из берегов. Видите, как оно начинает сразу же. Выключаем нагрев и оставляем минут на 10, чтобы все пряности отдали свои вкусы, чтобы напиток настоялся. Наше пиво настоялось и, собственно говоря, готово к употреблению. Берем малиновый сироп и наливаем в бокал грамм 40-50. Вот так вот где-то, можно чуть больше. В Польше вообще, ну,
Жанец продают в каких-то ларёчках, ну, грубо говоря, как у нас квас. Только его обычно продают зимой, то есть такие ларёчки, и там несколько больших колб с сиропом, с таким поршнем, они подносят бокал, чик-чик, и сразу же наливают пиво. Ну, мы так не можем сделать. Бросаем сюда апельсинчик. Ну, апельсинчик по желанию. Немножко придаст. Немножко придаст вкуса апельсинового. Наливаем пивас. И вообще-то его очень хорошо пить трубочкой. Трубочки у нас куда-то все делись, поэтому я палочкой размешаю. Вот, вот такая вот, друзья, красота. Сейчас будем пробовать. И, друзья, можем наслаждаться прекрасным вкусом замечательного горячего пива, которое не только вкусно, но и очень полезно. Кстати, еще я забыл сказать, им еще очень хорошо лечить больное горло. Но вот говорят, что надо полоскать, я бы пил вовнутрь. Друзья, мы с Ларисой желаем вам теплых рождественских и новогодних вечеров где-нибудь под пледом, если у вас есть камин, то возле камина, и вот с таким вот прекрасным горячим пивом. Изумительное на вкус, просто изумительное. Попробуйте, я его так обожаю. Для меня это вкус Нового года в Закопане. Очень классное. Гвоздичка попалась. Забыл, его надо было процедить. Просто потрясающе, друзья. Поэтому готовьте гжанец по нашему рецепту. Собственно говоря, ставьте пальцы вверх, если рецепт вам понравился. Подписывайтесь на наш канал. Мы готовим очень много интересных, классных, вкусных рецептов. Ну, друзья, на этом рецепт гжанца будет закончен. Всего доброго, пока!